Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Всем привет, привет. Так, ну что, у нас время сейчас уже началось 10-го, что сказать, 9-го минуты, наверное. 10 минут, идем в садик. Ну не лепится или не лепится, ну что ж я могу поделать. Сегодня снег у нас не лепится. Уже дико в такое время водить. Молодежь. Привет. Да, скажи, Владик, у нас проснулся сегодня вообще очень рано, еще все спали. Так, Ладик, так дело не пойдет. Вот это вот все висит, непонятно что. Нет, 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 дружочек. Нет, я сказала, так дело не пойдет. Давай, вставай, поправляй кровать. Давай, давай, давай. И вон тот кусок, который торчит. Все аккуратно заправляем. Хорошо. Вот это вытаскивай, Владик, и нормально заправляй. Ага. Ага. Выспался сегодня? Ага. Что-то сегодня вообще рано подхватился. Давай, сейчас мы будем завтракать и дальше уроки. Муся, 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 утра уже с утра наелась, поигралась, поспала на кровати у Ладика. Да, мелочь наша пужатая, пужатая наша мелочь. А мышка, он еще спит. Мышка, доброе утро. Тоже наелась и спать легла. Наша мышоночек наш серенький. Так, Сережа. Всем привет. Делаем кофе. У меня уже готов завтрак. Приготовила сегодня яичницу с сыром, с помидорами. Сейчас будем... Ты чего пищишь? Завтракать. Где-то наш Ладик. Сейчас хлебушка. Я нет, а Ладик, может быть, будет. Или он такой у нас не есть, да. А сам... Что там спряталось? Ладик, ты будешь хлеб? Что ты там спряталась? Нет. А ты отрежь кусочек на этаже. Ты можешь. А? Нет? Владик, Владик, положи, да, будет. На улице у нас сегодня не так холодно, как со стороны с вчерашним днем. То есть не то, что не холодно, показывает даже меньше, чем... Ой, больше, чем вчера, да? Минус 9. Да, сегодня 1 февраля. Кофе сделал. А? Кофе лучше. Нет, это тоже кофе. Пускай стоит. Но из-за того, что нету ветра, который был вчера просто невыносимый, мне показалось на улице теплее. Прямо хорошо было. Даже вчера просто был сногсшибательный ветер. Так, сюда будем завтракать. Мы уже позавтракали, теперь пьем чай. Я тоже сегодня обнаглела. Не могу, что-то Владику делала бутерброды. Я уже тоже хочу масло, 1000 лет его не ела. И тоже себе, правда, на хлебец намазала маслом. А? Ну, это я покупала масло, там сравнивала масло вообще. Это я покупала очищенную картошку, и тогда не было 80, когда я обычно беру, поэтому 17,5. А его не было, Сереж, ни какого другого. Это когда мы в этом были, в Европе. Я не читала, взяла и все. Масло должно быть двух видов, там два это, одно и... Мышь, ой, Муся! Тут понаписано, я... Там эти недели его что делать? Написано. Это, кстати, очень тоже вкусное масло. Сереж, последний раз, который я взял, вот там бутерброды делаем. Не было валио, взяли кореновку. Мы брали последние очень лет 5 точно берем валио, либо арла. Ну, на бутерброды, да. Как бы для картошки, для выпечки берем такое масло подешевле. А на бутерброды вот это вот. Это растительное масло, еще растительное же сливочное. Я знаю. Так, ладно, пьем чай, кофе. Так, ну что, у нас время уже 2 часа. А мы приехали сейчас на автовокзал. Едем в санаторий. К бабушке гулять, как мы говорили. Владик у нас сегодня тоже школу прогуливает. Я, конечно, шучу. Я позвонила ученице, спросила его. У нас сегодня 3 урока, всего только окружающий русский и ИЗО. Я вообще думала, что его только с ИЗО отпросить, но когда планировала, что я сегодня работаю, и поеду на 4 часа. Ну, раз так получилось, я уже ребенку пообещала, поэтому просила его сегодня с уроков. Уж всей семьей проведем время, раз получился такой момент поехать к бабушке в гости, заодно проведать и погулять на свежем воздухе. Пойдем, давай скорее. Забрали из садика где-то после обеда сразу, они покушали.
Что ты не можешь? Я могу покупать цветок. Не можешь цветок покупать? Нет. Ты папу попросишь? Да, туда пойдем. Гугл. Поехали мы. Пазики. Пазики, супер автобус. Да уж, давно на таких автобусах не ездила. Добрались мы уже до места. Ой, санаторий Снежка. Тут дальше сосновый бор, тут сюда все одно. Все в одном. Большая булочка. Даже и булочка. Где бабушка? А, вон бабушка идет с Владимиром Ивановичем. Зима, красота. Сосны. Бабушка. Там где-то там. А, мы всем семейством. Мы всем семейством. Сережа, одень перчатки. Сейчас оденем капюшон. Сейчас, доченька. Так, это... А это санаторий, да, сам? А? Это сам санаторий, корпус айду, да? Вот, а первый корпус, самый главный. Вот он. Мы с рады будем лучше смотреть. А, ну потом посмотрим, ладно, потом посмотрим, да, там сейчас сниму. Столовая наша вода. А, пойдем. С той стороны будет удобно. Ручку дать? Вот эту воду здесь пьем. А, вот здесь здание-то говорила, ага. Санаторий Снежка. Администрация, вам девушка. Ну мне вот где номера бронируют? Администрация, наверное. Озерный. Упс. Так, идем мы сейчас в Сосновый Бор. Это уже чуть дальше получается. Снова санатория проходишь. Тут частная резиденция. Можно. Это резиденция. Да, так называется резиденция. Сейчас сказали, что здесь снять номер. Ну, домик, получается, на, блин, на семью. На одного человека 3500. 3500 на одного человека, а да. А на двоих это уже 7. Не совсем не дешево за сутки. Можешь на троих сразу. И будет тебе вот так нам... Ну, дети, наверное, все бесплатно, я думаю. Как там какая-то все равно будет скидка. Отдохнуть с семьей. И вот и сними домик отдохнуть за сутки. 3000 на взрослого. Да. На хотелось бы. Я посчитала, на пятерых это будет 17 500 рублей. Аккуратно, не бахни, да. Всего лишь отдохнуть сутки. Без всего, без еды, без питья. Топаю. Надо сходить, да, расценки. Ну, нам пока это не грозит, у нас таких денег нету, ехать отдыхать за такие деньги. Так, зашли мы в резиденцию Бор уже в эту. И сейчас будем уток кормить. И двое лебедей. Ай, красота. Гуси-гуси, га-га-га. Аккуратно только. Ну, ты видишь, противопожарные пруд. А, ну да. Так. И красиво как. Мама, сейчас дадут. Так, Илья, стой только аккуратненько. О, гуси, а гогочет. Эй, Вадик. Все. Такие домики для них красиво вообще сделаны. И лебеди. Домик, вот он. Да, вот один домик, это их два. Вот видите. Красиво, Вероник. Да. Где гуси? Вот они. Нет, там это лимон. Утки. Они там плавают. Вот они, лебеди. Гуси, га-га-га. Большие какие, да? Откормленные, да? Вот конечно, это лед. А о, голодные. Лебедям, они подальше. С руки? А, с речки? Видите, а, вот так вот. Они хлеб там хорошо берут. О. Вот. Видите, как аккуратно там на них посмотреть. А здесь тепло поддерживает, да? Почему-то моя да, вода. Вот вода идет. Вода а идет. Нет, вон, если к ним... Здесь платная, да, получается? В общем-то, это вот загородная резиденция вот Бор. Вот можно узнать. Да, ресепшн. И дальше номера, домики. 8 домиков, а один большой. Летняя кафе. Веранда, да, кафе. На улице терминале. Там еще надо хлеба, да, потом. Вау,
Красота. Красота. Хорошо. Пока они будут, я кушаю. Кушают, да. Так, все, им хватит. Красота. Тишина. Охрана. Прокат. Они не хотят лепить. Прокатчет, наверное. Лучик. Звонок. Вот с охранника пока были. Сайт есть. Группа ВКонтакте есть. Смотрите, знаете, здесь. Ама. Так, что такое? Фонтан какой-то. Постоянно тепло будет поддерживать. Поддерживает тепло. Наверное. Более-менее не холодную воду, скорее всего. Ой, как классно. Где? Фишечки? Да. Еще есть? Да. Ты что? Там а, вольере все. Кролики, и кролики. Сейчас посмотрим все. А индюки какие красивые. Вот такой вот прокат, не прокат, или музей раритетных советских машин. Победы, Волги. Он может вывеску. Музей автомобилей он тут еще. Ну, это музей. А, музей автомобилей, правильно. Вот Волга хорошая. Вот эта. Ну, я не знаю, какие-то года, конечно, старые. ГАЗ-21, ага. Вот это, да, ГАЗ-21. Хорошая машина. Ну, это так... ЗИЛ, да, по-моему? Это? ЗИЛ. Напиш... Нет. Написано ЗИЛ, нет? Ты думаешь, ЗИЛ? ЗМА. ЗМА. А? А? Не, не трогай, не трогай. Мы не трогаем, трогай. Все. Так, Илья. Илья, сходи сюда. Отойди от машины. Отойди, слушай, машина, а то не разрешат. Вот, ну, это уже такие, это уже... Было уже мое время таких машин. Леша, никуда копейка. Не ездили, Волга. Копейка, да. Копейка. Ну, это вот Волга. Волга. Ну, это уже в мое время было. УАЗики. Вот эти три машины тоже в наше время были. Москвич. Вот Москвич. Вот Москвич. Вот Москвич. А? Ну да, да, да. Это чайка, по-моему, или нет? Так, где все, Вероника? А, а, москвич тоже, москвич. Москвич, москвич. Старый. Молния Маквин. Ну, это запорожец. 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 Самые, вау. Как это называется? А я не знаю, что это, как я знаю, как называется. Вот сейчас бы, Сереж. А, УАЗик. Вот такого УАЗика в лес по грибы, на рыбалку, куда угодно. Да, батя ездил, когда кинотеатр, мы в деревню когда... А, тут собака охраняет тоже, на ресепшн. Все, пойдем. Трогать нельзя автомобиль. Видите, охранник вышел, сказал, а трогать нельзя. Пойти вот так вот, Сереж. А ну, вы все корпуса посмотрите, и вот этот вот, получается, летний... Ты наш сейчас смотрите. Как бар, столы ставят потом здесь. Вот. Получается, он на воде стоит. Красиво. Тут такое вот подворье. Кролики. Вот они, кролики, маленькие и большие. Он маленький кролик. Эй, крольчата. Крольчата, да, маленькие? Ух! Ох, какой ушастый кролик. И лучше сухарик. Только не трогайте, смотрите. Укусит? Конечно, укусит. Не надо, не надо. Илья, не надо, он не холодный, он какой, видишь, что-то много. Курочки. Кря-кря-кря. Дружат тут все вместе ходят, да? Вот такой синес. Выбрались мы на природу. И индюки. И маленькие вон там тоже. А нет, маленьких нет. А там, смотри, а кто-то, павлин, да? А кто это такие там? Две штучки. Это? Не знаю. Надо плохо фокусируется на них. Как попугай, да? Ну не знаю, да, кстати, напишите в комментариях, кто это вообще. Летают. Летучие две штучки. С такими хвостами длинными. А вот эти, смотри, как красавица. Смотри, какой кролик большой. Мама, вы не знаете, кто это, да? Кто это с двумя хвостами, ну, длинными хвостами, кто это? А? Папа вылез. Это папа и все. Папа белый. Папа белый. Прошлись мы дальше, в общем, такие вот домики. Правильно, домик на две семьи. Или я уже в мангал полез. Ну, это лаунж-кафе. Озеро, озеро. И летний такой вот. На воде. Здесь папа, платное озеро. А? Это что, одна живет наверху, другая внизу, да? Да, одна вверху, одна внизу семья живет, получается. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь домов и один большой дом. Я не знаю, там, наверное, уже этот средний, это большой домик. Мне кажется, большой домик. Да, 11-я квартира, 12-я. Хотя 13-я, 14-я по номерам. Мурнички все как положено. Красиво сделали. И здесь платное озерцо. Тут водится. Запускают рыбу. Разводят. Там бесплатное озеро.
Приятное, красивое место. Тишина самое главное, да? Пальки. Вот. Зелень побольше, как хорошо там. Елочки, красиво. Там площадка вон баскетбольная. Вон вдалеке. И детская, наверное, где-то там. Штучки, все тут полагается. Что? Там тоже вода. Да я знаю. А, там тоже вон теплая водичка бьет, видишь? Да. Ну, мне кажется, поддержит тепло. Ну, я не знаю, какие тут квартиры. Там на сайт надо заходить, смотри, там беседки. Красиво. Ну, это охрана, в принципе, все. А. Ну, хорошо, естественно, с семьей вышли, мангал сделали. Шашлычок, стейки. А, овощи, грин. Ну, а здесь больше дом. Это большой дом самый. Здесь больше, наверное. Здесь трехэтажный он сделан, во-первых. Тут побольше квартир получается. В принципе, нормальная сигнализация, фонарики, кондиционеры, все, что душе угодно. Рядом санаторий, Снежка, а? Ради бога. Что? Здесь чистили, чистили, тоже видно, машина есть, чистили. А вот эти дома, по-моему, без кондеров, да? Большие, маленькие. Вот эти с кондерами тут много ходов. Такой вот обзорчик. Раз, это тоже люди идут, смотрят. Примерно. Зайти надо точно посмотреть, сколько вообще здесь стоит. В принципе, можно Володе сегодня сказать будет вечером. Так, нам уже пришли на территорию Снежки. Санатория. Сосновый бор такой. Как обычно. Футбольные ворота со времен СССР. Все, в принципе, в этом виде так все и сделано. Здесь, правда, холоднее, повыше немножко. Прохладно. Лыжник нам встретился. Такие пожилые люди тоже отдыхают здесь уже. Много беседок, корпуса такие вот. Там вообще не достроено. Здесь холоднее, кстати. Это летнее кафе, да, вот это? Летнее. Плохо то, что не посыпает ничего, не песком, ничего скользко. После дождика, который был позавчера. Ну вот, построек. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Здесь что-то. В общем, как в принципе везде. В санаториях. В самом спутнике. Летний амфитеатр, да? Амфитеатр. Амфитеатр. Везде гуляют, отдыхают. Справа аква минерале. Минеральная комната. Минеральные воды пьют. Вода ядовитая, зараза. Отдыхают. Беседочка. Тут снега много, да? Он для довольный. Здесь дом культуры. С библиотекой. Столовая где? Потом, а здесь вот что? Музей. Трехэтажный? Или внизу? Ну, основные корпуса, правильно? Корпус. Ну, побольше такие сделаны. Музей Брянского фронта. Кстати, да. Музей Брянского фронта. Тут землянки еще есть, да? Тут стоял штаб дивизии Брянского фронта был в этом лесу. Илья в снег прыгает. О! Сейчас еще, вот тут вот только попрыгать, да. Ну, туда. А что, здесь снега очень много. А землянки, пойдем подход. Часовня. Так, это у нас какая-то водокачка, вентиляция. Тут ее обыграли. Нам даже фотографии. Пойдем. У нас, кстати, фотографии есть. Мы были на студентах. Тоже корпус. Там Лукьяныч и призы. А мы сейчас идем чай пить. Чай. Чай, говорю, чай. Именно с тех, где там 100 детей. Тут водокачка, так, да? Водонапорная. Так, это у нас башня. Лечебница. Здесь все процедуры. Процедуры, массаж. Массажи. Ольга, грязи. Сюда пойдем. Это администрация, да. Куда? Так? Вот вокруг, вот сюда. А что? Так, Сереж, хочешь обойди нам вот сюда? Сфотографировать этот лечебный пункт. Да, я скоро снимаю. Массаж.
все эти ванны, и все тут у нас. Санаторий давно уже, в принципе. И бассейн тут пристроен. Скорее всего, это тоже были все, кто в Брянске живет. Тем более вы с Калужской области приезжаете. С Лединого сюда. Так что дешевле где-нибудь в других областях, кроме как у нас Лединой, да? Спутники дороже намного. Ну вот мы подошли, да, к этому стеле. Здесь в сентябре 41 года. 1945 находился штаб командующим Брянским фронтом генерал-лейтенанта Еременко. Вот. Тут имена. В общем, такая вот стела. Все, в принципе, рядом. Ну, в этой зоне санатория Снежка сделана. И вот сейчас пойдем, блин, даже землянки. Вот одна. Часаков, сентябрь-октябрь 41-го обеспечил правительство связи с командующим Брянским фронтом. А это вот Чикасов. А? Который был. Чесаков. А? Чесаков. Чесаков. Не знаю. Так, о. Так, идите. Ну, тут закрыто, конечно, это будет. Ну, это, мне кажется, уже обделано все это все равно уже. Хотя как полом у нас тут все. В общем, такие вот землянки. Вот. Стол. Вот, все дерево из дерева. Ну, тут уже, мне кажется, все равно это реконструкция уже в наше время. Мне кажется, это все равно все уже нашего времени сделано. Реконструкция. А? Потому что все свеженькое. Три штучки. Три. Три штуки. Противотанковые ежи тоже. Да. Сделаны у наши. Ежи сделаны уже. Да это все сделано уже наши. И землянки. Просто вот на этом месте. Почему? Ну я понял, что на этом месте, да, сделали. Просто то, что здесь был штаб, да, и все это реконструкция. Там буржуйка, да? Буржуйка. Не, а почему? Здесь тоже вон буржуйки. Закрыты тоже, да? Закрыты, закрыты. Конечно. Ну тут побольше, они видишь, тут даже спичку. Может быть открывают когда-нибудь, не знаю, тут все-таки на замках. Все во льду. Все во льду, да. Вот такая вот. Ну это сделано уже. Красиво. Тут бывает по таким местам. Я уже у него это уже. Молодцы, молодцы, сами сделали красиво. Сохраняет память о днях, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Партизан. Да. И домики партизан. Брянщина это есть партизаны. Очень много партизан было в брянских лесах на Брянщине. Так, сейчас руки вверх включает. Такой номер, в принципе, совдеповский. А здесь тоже номер? Да, ну, на двоих получается номер. На двоих? Под номером двоих? И там рядом что-то уже? Нет. Нет? Нет, вот это. Ну, видишь, вот такой вот номерок. Трехместный. Ну, тут можно и на двоих. Ну, я тебе трехместный номер. Отзывайтесь, а то как мы будем. В принципе, одинаково. Отзываться не надо, для кого-то тут это. Ой, ладно. Вот. Так. Хорошо, ладно, такой номер, деревянные окна. Вот что значит Совдеп, Советский Союз. Люстры, СССР, все СССР. Так, ладно, все, немножко сняли такой, в принципе, обзорчик. Сколько тут, 9 метров квадратных? Ну да, иди сюда. Иди сюда. Ладненько, одевайся. Итак, ну что, мы уже вышли от мамы. Они нас проводили до магазина, где-то там, и... Идем уже. Идем, да, потому что мы идем до трассы. Дело в том, что здесь уже рельсы кончились, которые заворачиваются сюда на Снежку. Автобусы. Придется идти до трассы, где-то 2 километра. Вот, оттуда уже искать бежит Илюшка на заднем плане. Ну, 1-2, тут дойти сейчас быстро. Трасса уже вон за тем поворотом. Увидели горку, и он катается на горке, на все снегу, не знаю, Вероника. В общем, посидели, поговорили, там попили чайку еще в самом санатории в корпусе. Да очень мало. Вот, завтра они уже уезжают, 12 дней у них получилось все это дело. Понравилось само лечение, кормят сейчас хорошо, на убой. Ну, конечно, это корпуса старые, в принципе, везде, мне кажется, так. Так, ну давай руку, пойдем. В общем, Вероника... Мам, надо зачем? Ну вот они, вон, вот, только еще пошли. Вон там идут. Где-то они... Догоняем, бегут. И будем уже попутно сейчас скорачивать. Там и, скорее всего, скорачивать, потому что на каждую минуту 15-20 идут маршрутки, тормозить их и доедем уже до автовокзала. Нам по-любому до автовокзала ехать. Вот, на заднем плане он забирается.
Как, Илья, понравилось тебе? А? Да, да, только у нее... Нет, понравилось тебе вообще, это на воздухе, на свежем, да, все-таки красиво. Только у нее дом какой-то непонятный. Это корпуса, а не дом. В общем, вот. Давай, быстро, бегом. А мы в магазине сейчас. Ну да, спрашивали расписание, короче, расписание. Так, ладно, все, действительно, нам понравилось, это, может, еще пейзаж сделаем. Здесь такие сосны, в принципе. Вот. А вот мы вас догнали. Отходите. Автобус едет. Непонятный какой-то, не знаю, куда. Пойдемте. Накатались? Мальчик. Ага. Мальчик сейчас вот. Вадик! Вадик! С дороги! Ходите с дороги. Я ж не знаю, куда он едет. Это с лагеря, Снежка, пошли. Ладно, лепота. Немножко морозец небольшой. Идем до трассы. Пам-пам-пам-пам. Тут, кстати, еще много живут. Дома есть. Я не знаю, работников, наверное, такие 3 или 4 корпуса. Многоквартирные такие. Квартирные 15-20. Скорее всего, работники, как обычно. Возле санатория, лагерей. И детский лагерь, кстати, здесь есть. Приедет в санатории. Проводится летом, мама сказала. Пошли они на полдник, булочки, какао с чаем. Ну, нормально? Супер! Супер, да, еще один такой денек. Кстати, здесь просто ни разу не было, интересно, конечно, выбраться, да? Интересно выбраться куда-то. Пойдет, папа, не нога болит. Нога уже болит, ну оставайся, надо бабушку остаться. Там третья кровать есть? Да, три кровати. Все. Так, мы давно приехали домой, в принципе, не стали снимать, пока Сережа... Пока мы в Ленду съездили. Да, Сережа с Сладиком ездили до... Ой, с Сладиком. А мы поехали домой. С Илюшей ездили до Ленты, да. И то не купили все, что надо, да, Сережа? Да. Потому что я позвонила, говорю, Сережа, мы забыли ключи дома. Я сегодня пошла с другой сумкой, ключи остались старые, ну, в той сумке, в которой я обычно хожу на работу, постоянно, короче, в кармашке. В итоге мы пришли к дверке и остались без ключей. Я звоню Сереже, говорю, Сереж, давай быстрее домой, говорю, мы без ключей, хотим домой, короче, в итоге там, не знаю, что там, хлеба купили. Мы же яйцо. Яйцо забыли купить, ну ладно, купим здесь уже, не успевали, да. Моя подружка там была. Да, Катя шла. Из садика тоже, да? Да. Как она раз мы шли домой, а они шли из садика. Она тоже спала. Да, ну они за братиком приходили, братика забирать приходили. Так, ну что, чудесно провели сегодня день у бабушки, да? Попили. У бабушки не такой дом. А? У бабушки не такой дом. Не такой дом? Но это ж не дом, это ж санаторий, где они отдыхают. Конечно, честно, я была в шоке вообще. Ну хорошо, там лебеди плавают. Не, ну красиво. Ну, честно, номера мне подвергли в шок. Немного. Я не ожидала такого. Я думала, что как-то бабушка говорила, что там, ну, не супер-супер-супер номера. Но не такой же степени. Нет, а то, что на улице красиво, да, там, конечно, природа, естественно, лес. Это здорово. Мультики смотрят. Утки. Кто мультики смотрит в комнате? Я, они. Сереж, что когда будем ужинать? А там дерево. Значит, сейчас я обувь помою, еще обувь не мыла. Макароны у нас сейчас вчерашние остались. Будем кушать. Полностью причем. Так у нас. Ножка болит у нашей маленькой девочки. Сейчас помажем ножку моей красавицы. Помажем моей красавицы маленькой. Давай-ка себе кушать. Макарончики дать. Вкусно? Сережа делает салат. А потом мы сами добавляем. Это соус. И будем кушать уже. Фу. Фу. Давай кушай. Фу. Приятного аппетита. Тетя моя есть лёдка. Сейчас пошли. Дай вот сейчас покушаем, да. Помоемся. Сейчас что-то прощаемся? Да, ты же... Эй, Муся. А, Муся, только Муся там может такое творить. Ну-ка, брысь, сейчас на Людоченька. Брысь оттуда. Так, ладно, давайте, до встречи. Да, то она сегодня не спавшая, устала тем более. Я думаю, Маша послала в этой маршрутке. А, да, на обратном пути ее просто вырубила маршрутки. Все? А если моя сложный телефон, у меня место закончилось, все. Нормально?
Вот так, папа, стой, массируй, чтобы ей было нормально. Что, зайчик? Мама, это вчерашние пакеты? Да, вчера тоже мама готовила пакет от булки. Так, ладно, все же, Валентин, пока ты что-нибудь тогда записалась? Я сказала. Ты уже... Кофе? 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 Я чай. Кто говорил кофе? Я чай. Ты говорила кофе раньше, помнишь? Я кофе и кофе. А как правильно сказать шоколадка? Кошалатка. Кошалатка. Шоколадка. Шоколадка. Всем пока, спокойной ночи, ставьте лайки. Так, ладно. Всем хорошего настроения. Всем пока. Мы с вами завтра уже 2 февраля. Пока. Второй день зимы. Папа с молоком прощается у нас. Так, мы уже... Да, мы уже... Это от этого, от булки. Мы поужинали уже, и этот файл оставлю, наверное, немножечко вперед. Поставишь перед ужином? Да, перед ужином, потому что хочу забыли, когда сегодня покупки. Мы попрощались, да. Да, попрощались, а покупки нет, сегодня так и не показали. Давай, сейчас папа даст. Сейчас дам. Короче, решили... Шоколадку купим. Потому что приехали, все выложили и не сняли, короче. Вот папа в ленте у нас купил молоко. Кстати, молоко Белый Город вообще нам очень понравилось. Но, во-первых, мы давно... Мы, во-первых, давно покупали уже его. Там в основном брали 2,5. Мы разные берем? Да. Ну, да, мы разные берем. Так, потише, Вероника. Что по акции? Здравствуйте, берем. Различные сорта посыпавшие, лучше любые. А нам молоко понравилось очень для пенки. Вообще, от него супер пенка в кофе. Мне нравится. Мне тоже. А ты мне сделаешь? Да, сейчас сделаю. Надо молоко открыть. Сереж, открой. Открой, пожалуйста, Вероника. Сейчас папа даст. Я дам шоколадку. Сейчас дам. Еще кое-что уже купил. Апельсины. А что, одного уже нет, да? А? Одного уже нету? Ну, так и даже с красной мякоть апельсины, как раз, не знаю. Лучки не достали. Лучки не достали. Апельсины. Карас, красная мякоть. Да, открой, Илья. Сыр. Илья. Сыр Богатов. Российский. Это свинина, бекон любительский, как обычно мы на трубу берем. Сережа, я купил такую штуку, которая интересная, я первый раз ее вижу вообще. Хумус. Хумус. Как по ударению правильно? Я как-то хумус. Хумус. Я это делал сам, помогаю, помню, пробовал. С перцем. Пепперони. Без сахара. Ну, когда, в принципе, все знают, что стал нормально. Вероника, не надо, не крути, пожалуйста. Ну, что у нас будет мусор? А будешь знать? Турецкий. Вода питьевая, кунжутная паста, масло подсолнечное, масло оливковое, соль, чеснок, укроп, перец, красный молот и все. На булку хорошо, там 3 дня, по-моему, хранится в этом виде, 72 часа. На хлеб нормально. Папа, помидоры. А, покажи. А, запах вкусный. Ну да. Ну, попробуй. Папа, папа. И купили такую рыбку. Пробу. Ну, что, где? У него хотелось. Своя рыбка, форель. Ты будешь рыбка? Свокоченое филе, кусок. Нет, ты шила. Так. Это из питерская, да, Сереж? Да. Из чистых озер Карелии. Будешь? Пришли попробовать. Нашу шпакцию мы выдам. 199 рублей. А сколько здесь получается? 200. 200 грамм. Создал форель, радужная соль. Завтра мы сделаем. Ну еще чего-то не указали-то. Вот она. Сыр, это я нас Илья. Ну так, сыр. Взял. 50 рублей. Сейчас вообще мы посмотрим. Ну, метр 100 рублей стоит такой. 100 рублей этот сырок стоит. Я бы никогда в жизни за него не отдала бы. 100 рублей. Не, во-первых, не то, что было раньше. Раньше он был просто очень-очень вкусный. Раньше вообще, но он и стоил дешевле, конечно, и финский был. 30 с чем-то, да. Вообще я его обожала. А сейчас, когда... Пятерочки, по-моему, брали. Да, а сейчас, когда первый раз попробовал, после того, как полностью появился у нас... Ты не будешь что-нибудь? Вообще не понравился. Не тот, да? Все не то. Испортился, к сожалению. Так, ладно.
небольшие покупки. А, ну еще хлеб дай, наверное. Или хлеб ты не покупал? Я думал, ты хлеб покупал еще. Хлеб с холодильника будешь. Ставить сейчас? Не знаю. Ну, значит, поставлю, как раз с утра покушаете. Поставить? А, и салат, думаю, я тоже покупал. А, и салат, да, который мы еще уже почти не половину съели. Да, неплохо. Ставить хлеб? Ставьте, не знаю. Мне кажется, сейчас уже не знаю смысл. Ну, даже с утра. Ну, давай я завтра с утра поставлю его перед работой. Успею. Что он делается? Почти 3 часа. Успеешь. Да. У нас приедешь, это еще. Хорошо? До мора нам доехать. Да. Достаньте косолатку. И косолатку еще мы купили. Альпенгольд, вот точно. Косолатку. Так, ладно. Все. Да, я тебе ролик с файл ставлю. Не, ну даже там уже попрощались, мы не скажем, что все заканчивается. Там еще одна. Ну или, в принципе, да, еще раз всем пока-пока-пока. Сейчас, детки, выпить чай с шоколадкой. Все, да, открою. Ладюнь! Я открою сейчас. Ладюнь, что же где-то потерялся там. Все, пока. Еще раз всем пока. Всем пока.